Максим Егоров поблагодарил руководство заводов и фабрик за проделанную работу и отметил, что сейчас у предприятий оборонно-промышленного комплекса региона главная задача – нарастить объемы готовой продукции. Для увеличения показателей организациям потребуются новые кадры. Мы готовы оказывать необходимую помощь в размещении, приобретении жилья, брать его в аренду, и соответствующие переговоры мы уже с компанией ведем в части строительства, в том числе и наемного жилья для будущих ваших сотрудников. Также Максим Егоров вручил 5 работникам промпредприятий области благодарности правительства Донецкой Народной Республики за вклад в восстановление и развитие Донбасса.